Ребят, всем привет! Как вы поняли, я снимаю новое видео. О чем оно сегодня будет? Я думаю, по названию видео вы уже все поняли. Будет топ стильных фишек на самокате. Я пока не знаю, сколько их получится, но сделаем по максимуму. Научим вас делать стильные фишки, научим нормально и стильно кататься. Вадим мне сегодня в этом поможет, научит меня стильными фишками. И себя научу стильным фишкам, да, всем привет. В общем, ребята, смотрите этот видос до конца, учитесь вместе с нами, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Начинаем видос. У нас с Вадимом накопилось дофига стильных фишек, поэтому сегодня мы точно вас научим чему-нибудь. 100%. И вы что-нибудь найдете для себя новенькое, по-любому. Потому что Вадим столько всего придумал. Блин, а вообще голова кругом от таких фишек. Я думаю, нужно начать флэт и показать ребятам сначала три стильные фишки флэт. Первая фишка называется «Не понял, как это сделал». Вадим, объясни, пожалуйста, как это делается, потому что я не понял нифига. Короче, едешь, делаешь оппозитный ноуз-пивот, и в самый последний момент, когда у тебя колесо почти коснулось земли, ты руль поворачиваешь. Ага. И все, и получается, так едешь, потом выходишь. Окей, давай я попробую. Да, более-менее. Если честно, фигня какая-то, мне очень не нравится и нифига не стильно. Возможно, это я так делаю, но, ребят, не судите строго, я первый раз делал, вот первый раз попробовал. Переходим ко второй фишечке. Вторая будет легче, называется «Ой, случайно оступился». Опять мне, ну, какая-то фигня, я не знаю, что это можно вообще считать за трюк? Это не трюк, это стильная фишка. Едешь, переднюю ногу выставляешь на асфальт, делаешь типа тёрн-даун, ставишь заднее колесо на асфальт, и все, и тебя обратно выкидывает. Я понял, давай пробую. Красиво? Супер красиво. Спасибо. Ну что, давай третью стильную фишечку. Эту стильную фишку делали все и каждый, но мне пофиг, он называется прыг-скок. Вот эту фишку я знаю, ее делают реально все. Смотри, все элементарно. Едешь, переднюю ногу выставляешь сюда. Так, передним колесом касаешься. Перекинул ногу сюда и отсюда подходишь. Еще раз. Так. Да не в ту сторону. Да не в ту. Во. Че, красава. Нормально, да? Да, нормально. Флэт данный мы немного приостановим, перейдем в парк. Сейчас мы приехали на вот такой вот маленький кватерочек. Тут вообще нет названия, просто ноузбан с одной ножкой стильненько делаем. Так, это обычный. А это вот этот стильненький. Но не стильненький, да. А вот это стильненький. Еще я вам скажу так. То, что такой второй ноузблант легче делать с одной ногой, чем с двумя. Не знаю почему. В общем, объяснять, я думаю, вам не надо, как его делать, потому что это капец. Просто не будем объяснять, перейдем дальше. Конечно. В трюк. Ребят, сорян, если что. Итак, сейчас наша задача найти какую-нибудь стильную и необычную фигуру в скейт-парке. Давайте этим и займемся. Так, Вадим нашел, кажется. Что это за фигура? Как вы думаете, ребят, интрига? Круг. Ой, треугольник. Подожди, треугольник? Что на нем можно сделать? Нафига он вообще нужен? Давай, ты покажешь. Ну, давай, попробуем. О, вау, май гад, вот это круто, реально. Ну-ка, обратно. Нужно чиркнуть, походу, вот эту вот фигнюшку. Я хочу попробовать. Вау. Я слышу. Ну, нормально. А кан-кан сделаешь? Этот трюк сделать реально, поэтому вот вам на заметочку. Самый мой любимый и стильный разворот в квотере или на подкатике. Да не разворот, а переворот. Переворот нормальный был, конечно. Ладно, объясняю, как делать. Короче,
Короче. Подъезжайте на расслабухе. Короче, пойдем покажу. Так, подъезжаете. Подъезжаем, так. Что делаем? И, короче... крутим барспин. Да, крутим свой барспин. Вот так. Оп. А, это пол барспина. И другой вот. Другой рукой ловите. Ага. И все, и погнали вниз. Так. Короче, нужно как-нибудь колесиком проскользить по бетону. И стереть свое колесо к чертям собачьим, чтобы оно стало квадратным. Делайте этот трюк, квадрате свои колеса, покупайте новое. Вот сейчас бы интеграцию ставить какую-нибудь, вообще четко было бы. Да, ну ладно. Интеграцию колес. Ребят, кстати, у меня проходит конкурс на колеса. В прошлом видео, там, где я собирал свой новый, апгрейдил свой самокат, я взял колеса на розыгрыш. Поэтому переходите в прошлое видео и смотрите, и участвуйте в конкурсе. Все, всем пока. А вот Слава, это тот самый чувак, который сломал мой самокат. Вот все ребята пишут, как тебе не стыдно я, ломать, кстати, мой самокат. Я, кстати, тогда в метро пропустили. Кто? Ну как кто, контролеры пропустили в метро самокат. Нет, потому что он был сложен. Так, Вадим вам хочет показать еще один стильный переворот. Как он выглядит и... короче, nose manual'ом нужно тыкнуть в бетон и все, и развернуться. Я понял, в принципе, давай попробую. Да нет. Хорош! Короче, есть еще такая фишка. Перед фромбортом. Бортом. Стучим по периле, и нас откидывают на фромборд. Ага. Что говорить, сейчас покажу просто. Нет, ты не черканул. Нет, я все видел. Не, я слышал. Да у тебя не получается! Как у ребят это получится сделать, если даже ты не можешь это сделать? Лох! Да блин, почему? Вот, сейчас вот было слышно. Сейчас было нормально. Правда, не видно, но ничего страшного. Но он все равно смог чихнуть. Я вам хочу еще показать, как стильно проезжать через сосок. Сосок. Через вот этот, что ли? Или через мой? Ребят, сейчас вы увидите контент, который 18+. Ага, сосок — это вот эта вот фигня. Только там нет соска. А, или есть. Непонятно. Вот это стильная фишка. Во, вот это мне нравится. Вот это уже моя тема. Моя школа, ё-моёшкин, матрёшкин. Ребят, я, конечно, рофлю максимально, но я этого делать не буду, потому что мне капец как не хочется, поэтому перейдем к следующим фишкам. Но вам на заметочку, если что, то вот сосочек, и вы можете делать точно так же, как и Вадим. Так, ребят, если это видео соберет много лайков, допустим, давайте 10 тысяч лайков, то я сниму вторую часть со стильными фишками, только их буду делать я. И они будут совершенно другие. И, возможно, они будут чисто в скейт-парке. Стильные фишки в скейт-парке, часть 2. Ставьте 10 тысяч лайков, и она выходит. Будут крутые трюки. Ребят, базарю. О, выходи. Нормально было? Ребят, если честно, то мы не понимаем, что это за трюк и какое у него название. Поэтому давайте его придумайте вы. Пишите название в комментарии, и самое лучшее, я буду лайкать и смотреть вообще. Короче, давайте придумаем название этому трюку. Это был какой-то фейки терн, я не знаю. Фейки терн на power slide, на half cup выход в травянистую поверхность, что такое. Ребят, пожалуйста, помогите нам придумать название. Короче, слишком жарко, надо искупаться и попрыгать по волнам. И сейчас будет трюк от Вадима по волне. В общем, Вадим сделал... Как этот трюк называется? Ну, волна попереди? Волна, да. Знаешь такой трек? Новая волна, затоплю ваши города. Итак, ребят, на этом наш видос подходит к концу. Мы сделали очень много стильных фишек. Ну, как мы, Вадим вам показал, рассказал, что и как делается. Я думаю, это видео полезно для вас. Вы поставите лайк, напишите много комментариев. И видео это попадет в топ тренды Ютуба. В тренды, ладно, не попадет. Ну, просто, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ждите вторую часть.
cinematic and she knows.